Ученые госуниверситета послужат медицине. Новую лабораторию вуза возглавил австрийский математик Герберт Эдельсбрунер. Сегодня его встречали в онкологической больнице. Опыт зарубежного специалиста позволит внедрить в практику такое понятие, как цифровая диагностика. Нина Свечникова о перспективах Союза двух наук. Царицу наук-математику собираются поставить на службу медицине и здоровью пациентов. С такой задачей пришла сегодня в эндоскопическое отделение Ярославской онкобольницы делегация ученых во главе с ректором Демидовского университета Александром Русаковым и профессором из Австрии, ведущим специалистом в области вычислительной геометрии Гербертом Эдельсбрунером. Медицина в основном имеет дело с двумерными и трехмерными изображениями. Чтобы отличать здоровые клетки и ткани от больных, мы можем привлечь математику, сделать компьютерный цифровой анализ изображения, полученного в результате эндоскопического исследования. Это даст возможность понять, как работают внутренние органы и что в них не так. В Ярославле австрийский профессор создает лабораторию дискретной и вычислительной геометрии. Медицина будет одним из направлений, по которому будут работать специалисты новой структуры. Пригласить ученого с мировым именем Демидовскому университету удалось благодаря недавно полученному мегагранту правительства России. Последние 10 лет университет много сотрудничал с врачами, помогал с компьютерным обеспечением и созданием уникальной базы данных. Теперь появилась возможность привлечь к сотрудничеству профессора из Австрии. Мы очень надеемся, что будут созданы и новый софт, и созданы новые системные подходы на стыке наук, на стыке медицины, на стыке компьютер-сайенс, математики, для того, чтобы иметь совершенно конкретные практические результаты. Что самое важное сейчас? Это все будет направлено на улучшение здравоохранения в России. На подготовку хорошего врача-эндоскописта уходят годы, а то и десятилетия. Новые технологии могут ускорить этот процесс. Если проект удастся, врачам не придется ломать голову при постановке диагноза. Им будет помогать мозг компьютера. Именно он проведет анализ изображения внутренних органов. Создание определенных математических моделей, которые позволяют проводить уточняющую диагностику предраковых процессов и самых-самых начальных форм рака. То есть, по сути дела, они направлены на улучшение диагностики рака. Это глобальная задача современной эндоскопии, современного здравоохранения. Ярославль одним из первых пытается разработать цифровую диагностику. Насколько такой диагноз окажется точным, покажет будущее. Пока медики и математики еще только в начале сложного и новаторского пути. Нина Свечникова, Сергей Чекмарев, городской телеканал.